Здравствуй, моя хорошая. Здравствуйте, дедушка. О, здравствуйте. В парке героев 1812 года в Голицыне состоялась долгожданная встреча детей с Дедушкой Морозом. Мокрый снег с дождем и слякоть под ногами – не помеха, если дело касается новогодних чудес. На площади у центральной елки собрались дети от мала до велика. Их объединила одна цель – рассказать стихотворение, спеть песенку или передать заветное письмо главному волшебнику. Ну, давай деду поближе подскажи. Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала, Дед Мороз. Пролила немало я горьких слез. Ходи. Ай, молодец какой! Вот, умничка. Ну-ка, держи. И тебе подарочек. Он тут хотел рассказать. А ты что расскажешь? За свои старания дети получили сладкое вознаграждение и, конечно, веру в то, что все их мечты непременно сбудутся. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».